Привет, девчонки! Не знаю, как у вас, но там, где я живу, судя по всему, весны не будет. Так что заказала на Алиэкспресс весеннее настроение. Модные миниатюрные сережки-гвоздики в виде веточки цветущей вишни из серебра 925-й пробы. Серьги пришли хорошо упакованы, с подарочным мешочком. Так что, если нужно на подарок, то к серьгам прилагается упаковка. Серьги очень маленькие, не тяжелые. Застежка силиконовая, уши не давит. В комплекте есть запасная силиконовая застежка. На тот случай, если одна потеряется, так как застежки очень маленькие и незаметные. Сами серьги выполнены очень качественно. Видно все. Лепестки и середина цветка сделаны очень четко. Есть даже миниатюрные листочки. Видна качественная, тонкая, ювелирная работа. Проба на серьгах стоит. Также в копилку весеннего настроения попал браслет с ромашками и бисером. Браслет легкий, выполнен из эмали и желтого золота. Подойдет на любое запястье. На фото продавца, да и на фото покупателей эмаль у ромашки белая, а серединка желтая. Но на самом же деле эмаль желтизной, а не белая. А серединка ромашки не желтая, а золотая. Просто цвет и передача на фотографиях почему-то неправильные. Но даже в таком цвете браслет смотрится по-весеннему и красиво. Качеству претензий нет. Эмаль и позолота прокрашены равномерно. Застежка хорошая. Браслет не потеряете. К серьгам и браслету также есть кольца. Я кольца не ношу, но ссылочки на них для вас в инфобоксе оставлю. Браслет типа из кожи, типа под Hermès. Упакован хорошо в красивую коробку и целлофан. Но это не кожа. Запах от браслета стоит синтетический. Также на застежке защитная пленка. На застежке есть надпись «Hermès». Фурнитура под золото. Браслет заказала коричневый с белой прострочкой. Если не брать во внимание, что браслет не из натуральной кожи, как было заявлено продавцом, а из искусственной, то к качеству исполнения претензий нет. На меня браслет великоват, нужно делать дополнительные дырки. Купила этот браслет как дополнительный к своему розовому браслету, который вечно расстегивается. Буду эти два браслета переплетать и носить. Мужской браслет из натуральной кожи и нержавеющей стали. Упакован так себе, продавец не заморачивался, никаких дополнительных коробочек или мешочков. По поводу кожаный или нет, не знаю. Ничем не пахнет. Застежка хорошая, не потеряете. Расстегивается и застегивается легко и удобно. Фурнитура качественная. Браслет смотрится на руке красиво и стильно. Подойдет и для мужчин, и для женщин. Такого же плана браслет у продавца есть и в серебре. Очень большие надежды возлагала на эти серьги. Зацепили они меня своим дизайном. На фото продавца создается впечатление, что расстояния между мочкой уха и серьгой нет. Серьги пришли в огромном пакете. Сами по себе серьги тяжелые. Рисунок с фото продавца совпадает. А вот качество отвратительное.
Я их еще не успела надеть, а застежка отломалась. На видео будет видно. Хорошо, что муж смог их запаять, и теперь их можно носить. Муж сказал, что серьги выполнены из олова. В ушах серьги тоже не смотрятся как на фото, а больше как цыганский вариант серег-колец. Застегиваются и расстегиваются неудобно. Очень неудачный вариант застежки. Заказала эти серьги без отзывов. На данный момент отзывы появились, и все негативные. Очень необычное украшение из искусственной замши. Его можно носить и как чокер, и как браслет, и как пояс. Главное — включить воображение. Чокер очень длинный и мягкий. На ощупь тактильно приятный, ничем не пахнет. Оставлю несколько ссылок на разных продавцов, так как у разных продавцов металл, дизайн и цвет кисточек разный. Девчонки, надеюсь, мой вкус с вашим совпадает, и вы для себя нашли что-то интересное. Пока!